Давайте-ка мы выйдем и попробуем заново начать. Да ладно, нам гонку сначала что ли надо проходить? Блять. Поехали. Блять, я знаю, что когда он газует вперед, я уже 50 раз отъехал, в смысле, в бок отъехал. Там одно и то же крутится по кругу. По-моему, это как-то связано с лагами. А то я, блядь, не догадался. На ваших глазах, блядь, отъезжаю, когда он вперед едет, я отъезжаю. Отъезжай, когда он едет вперед! Ремедисанс, когда срешь, снимай штаны. Вот тебе ценный совет. Там по кругу все крутится, там ничего не дожидается, он все крутится по кругу. Ты еще не заметил, что там только первая половина боя разнообразная, дальше все крутится по кругу, включая музыку, кстати, что ты мог обратить внимание. Что ты там нашла, собака? Ну, давай, копай. Что там, ничего? Пошел нахер. Так, я забыл, зачем нам синяя форма. Незачем, по-моему. Кто там? Войдите. На. Типа жандарма? Да пофиг на него. А, мы уже взяли, кстати. Я помню, что на балконе был какой-то предмет, который мы не взяли. За зверем. Опасный режим мужик со шрамом. Вот тут что-то лежит. Открытка с изображением свободной женщины. Короче, Марлен Дитрих. Как завязать свитер, чтобы не снимая уходить в туалет? В смысле, как свитер мешает ходить в туалет? А вы чё прикол, что-то не понял. Все, поехали. Почему им босс отдает честь, а они мне нет? Ну явно остается картинка. Может, из-за лагов нас что-то не проходит. На тем всем дин. Эй, что так близко? Я так не смогу. Вот эта часть боя с машинками изи, а дальше все по циклу. По кругу крутится. Мы разломали пол его танка, вот смотри, половину разломали этого танка, дальше херня какая-то.
такой. Давай, как ниндзя. Что за звуки? Где стреляют? Почему по звукам стреляют, а по картинкам меня ничего не стреляет? Мне кажется, там из-за лагов меня уже замочили, но я этого не вижу из-за лагов. Да нет, он с пулемета начал стрелять. Снова полет шмеля. Вот, как мне туда ему по башке кинуть? Ну, эту часть мы тоже прошли. Мы ему полтанка-то разломали. Надя в пятак, чувак. И вот, полтанка разломана. И что дальше-то? Может, нам поломанные части нужно ему кидать? Типа, где брони уже нет, там не отлетают. Давайте попробуем. Потому что люк он открывает только когда он спереди. Попробуем кидать, блядь, в поломанную бочину. Да не, отлетает все равно. Все равно отлетает. Как нам тебя, друг, раздолбать? В чем дело? Вы видите, что все по циклу идет? Один и тот же цикл. Как по музыке, так и по анимации. Без всяких изменений, круг за кругом. Смотри, шутник на шутнике, но что делать, реально никто не врубается.
Да, это железный капут. Короче, ладно. Перечаржем кинуть гранату. Так все равно люк закрыт, какая разница? Я ему хоть обкидаюсь. У него закрыт люк перед чаржем. Он открывает только когда вперед проехал. Смотри, он, видишь, закрыл люк. Сейчас позволит мне обогнать. Ну вот, я ему кинул гранату. Видишь, люк закрыт. Люк, обогнал, люк открыт. Я хуй знаю, что с ним делать. Может, расчет на то, что он умрет от скуки. Видите, по кругу снова одна и та же дырка. Все по кругу, это уже кругов 5 мы крутимся. Да. Есть у меня подозрение, что это какие-то баги, связанные с лагами. Но как это проверить? Кто это проходил? Кто знает точно? Ну, я же закрытыми глазами могу это проходить. Блин, сбил. Там нет времени, ребята. Давай попробуем кинуть последний момент. Да хер там. Блять, бесит. Стрелка была? Какая стрелка? Стрелка, где момент над люком появилась. Какая стрелка? Где увидел стрелку? А, ну вот. Так, что эта стрелка значит для нас? Да, стрелка я видел. Может, типа обгон? Ну что, обогнать можем по заказу? Чанг занял, это я знаю. Ну вот, стрелка, я нажал. И чё? Нажал стрелку. Может означает, что он сейчас назад сдаст? Ну это и так понятно. Да нажимаю я стрелку, ребята. Я нажимаю стрелку во время стрелки. Пум-пум-пум. Может, не та стрелка? Я уж тут все стрелки перенажимал. Сейчас еще какие-нибудь стрелки нажимаю. Ну и чё, и чё? И чё происходит? Ну вот я нажимаю. У меня не реагирует на самом деле игра ни на что. Thank you.
Да нажимаю стрелку вверх, модов Адама. Что за пиздец? Это советы, блядь, из разряда надо закинуть люк бомбу. Ну охуеть, мы тут, блядь, не догадались. Почему я не догнал до конца? Вот смотрите, я сейчас зажал, ну сделал маленький рывок, а все равно не обогнал. Я к нему приблизился, но не обогнал. Сейчас еще попробуем. Вот, смотри, жму стрелку, держу стрелку. А-а-а, нихуя себе эффект! Ничего не произошло. Сушка крашеная. Стрелка вниз, кстати, сработала, в отличие от стрелки вверх. Но я ее раньше жал, и она не помогает нам обогнать, она помогает врезаться в танк. Сейчас попробуем обогнать. На тебе! Фак. Знаете, в чем секрет? В том, что когда загорается стрелка вверх, надо жать стрелку вниз. Сейчас не сработало, видимо, лагануло. Сен-Миэль, наконец-то. Восторг был недолгим. Снова все не так. Немецкие солдаты задержали Карла и Анну и доставили на допрос. Сен-Миэль все еще был в руках. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за ранеными. 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Миэля. Такую возможность Карл упустить не мог. Последняя глава. Можешь лёпать людей за капс? Я подумаю, Луканка. Смотри, как будешь себя вести. Если ты будешь слишком сильно шлёпать моих подписчиков, мне придётся тебя шлёпать. Ой. 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 Так. Чё, куда мы идём? Hey.
Неправильно понял слово шлепать. Ничего не знаю. Я уже как понял, так и понял. Что надо? Проходи. Переодевашки. Обмундировашки. А каска-то осталась? Чё меня все шлепает? И тут шлепают, и там шлепают. Позвони в колокольчик. Позвони в колокольчик. Ага. Иди сюда, иди сюда, собака, неси ключи. Что надо? Шоколада. Ну мы запомнили, что там ключ. О, флаг что ли? Надо на 30 секунд отойти. Продолжаем наше игрище. Так, ну соберись. Я вижу, ты устал, но осталось немножко. Надеюсь. Яблоки. Отлично. Зачем нам яблоки? Ну, кроме того, чтобы есть, конечно. Лошадь кормить яблоком. На, на тебе, мужик, покорми лошадь яблоком. Будет лошадь в яблоках. Газета де Адрен. Газета де Арден. Ладно. Пройти-то я могу. Каска? Тебе нужен ключ. Ну, пойдем за ключом. Мне нужен ключ. Давай возьмем еще яблоко на всякий случай. Может пригодится. Может, мы выменяем ключ на яблоко. Так, ключ. Давай, Джошик, взять. Что надо? Ну, короче, я такой. Спасибо. Все, покеда. Иди сюда, чудовище. Чубака. Пойдем за каской нормальной. До GTA осталось 5 минут. Ну, я сейчас за 5 минут пройду. На тебе, друг, ключ. В смысле направо? Ключи направо? Не понял, сэр. У меня же есть ключи. Фас?
Да нет, наверное, нам нужна казарма все равно. Лошадь. Трактор-убийца какой-то. Зацените портреты. Нужна каска и набор, да? Понятно. Каска и обмундирование. Пойдемте найдем что-нибудь закрытое. Вот закрытая дверь. Каскин, Каскин, бери Каскин. Каска. Какая-то странная. Так, теперь нам нужно обмундирование. Мы нашли... Что это? Кисет? Смахивает на кисет или на... кобуру. Но это точно не обмундирование. Пойдем еще раз поговорим с мужиком с лошадью. Пароль надо подобрать. Это херня с обмундированием, очевидно. Нам нужен пароль. Так, кого может заинтересовать вот эта херня, которую мы нашли? Откройте! Не, дай сюда, дай сюда, дай, дай. Глупая псина. Какая-то лестница. Привет. А здесь что интересного? Немецкий солдатский жетон. Да дай сюда. Гута йога. Конечно, йога. Для чего эта штука нужна? Это вниз. Здесь мы взяли каску. Здесь пароль. Окей. Окей. Так. Ну хорошо, мы взяли каску, пойдем поговорим с мужиком с лошадью. Может, нам что-нибудь ценное скажет. Берем яблоко. Потому что без яблока ходить. Не-не-не, все, нам нужна эта штука. Пойдем, пойдем. Чего? Чего? Типа это есть обмундирование, что ли? Да ну не может быть. Не, ну проверим, ладно. Что нам еще остается? А, это флаг, думаете? Думаете, это флаг? Я что-то не понял, что это флаг. Надо было парлу догадаться, да, жарил. Оп. Так, ну видите, какой крутой флаговесец. Флаговешатель. Флагонос. Так, мужик с лошади, что ты нам сейчас скажешь? Яблоко, конечно. Ну, мужик с лошади, что делать? Что делать? Где обмундирование взять? Флаг и налево.
Типа повесил флаг бандирования. Приятно, Кирич. В честь чего сегодняшней посиделки? В честь разнообразия. Мы тут проходим игру уже, между прочим, 7 часов мы ее проходим. У меня глаза лезут на лоб. Я уже с трудом соображаю, но я ее пройду сегодня. Так, мужик, я повесил флаг. Ну давай уже, давай. Я принес тебе яблоко. Не выеживайся. Оп. Привет. Привет. Я прав. Что-то он больше с нами не хочет разговаривать. Так как ты меня занадоел, ты меня. Думаете на флаге пароль? Вы думаете на флаге пароль? Давайте заценим. Правда, флаг наверх улетел, его не видно. Так, гном, соберись, осталось немного. Надо соображать. Пойдем посмотрим внимательно на флаг. Сейчас мы сейчас спустим, чтобы посмотреть. Флаг, спустись. 18.70. Больше тут ничего не написано, да? 18.70. Ну, пойдем посмотрим. Попробуем пароль. Мне кажется, единица не может начинаться, потому что... да, может. 18.70. А, тут ноля нет. Тут нет ноля. 18.70 не работает. Ну хорошо, 18 мы не угадали. 18.70. Все равно явно подсказка на флаге. Давайте еще подумаем. 18. 18.26. Блин, не 26. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. 70-18. Ноля все равно нету. Ты хоть 18-70, хоть 70-18. Синафрит. Ноля нет на табло, смотри. Видишь табло? Единицы до восьмерки. Давай еще посмотрим, где там брал флаг. А нет, не здесь. Сколько цифр паролей? Ну, на прошлом сейфе было 3, тут неизвестно. Мужик, не знаешь пароль случайно? Не, флаг я не тут брал, тут я переодевался. Где же флаг ты брал, я уже забыл. Да флаг мы посмотрели, 18.70. Там буквы какие-то, ну типа GoSS или что-то такое там. SS что-то связано. Вот, видите, 18.70. Тут еще какие-то буквы. Ну буквы, буквы, не цифры. Может, тут комнаты какие-то подсказки. Кайзер. Адская фотография Кайзера. Портрет Кайзера, наверное.
187 тоже не подошел, потому что когда я начал набирать 1870, я набрал 187, и он не подошел. На окне нарисованы символы. Давайте, может, яблоко дать двери? А, вот, на... а, смотри, 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 точно, точно, точно. 1, 2, 3 человечек. 18-1. Не пойму. Непонятно. Что ты на Фтизина написал? Ну вот, встал я по центру, смотри. Стало понятно? Тебе вот стало понятно? Вот встал я по центру. Мне вот что-то не стало понятно. А может, флаг надо повыше поднять? Может, я его плохо поднял? Давайте попробуем. Да, вы тоже идем прижику, потому что не до конца флаг поднял. Все, теперь до конца. Мы спускаем, до конца поднимаем. Все, флаг до конца. Ну, пойдем смотреть. IS. IS. Ну это может быть единица, может это 181. IS это 5. 1815. 1815 год. Окей, теперь надо вспомнить. Кажется, второй с единичкой не может быть. Так, что может быть на ай похоже? А, три цифры, точно, не 18, а 815. А почему он тогда первую цифру показывает правильно? Вот я начинал с единички. Начинал с единички, а он говорил, что правильно. Вот. Там еще ложные ответы дает. Так, там еще что-то сверкнуло. Сломанный французский штык. Отлично. Фак, французы наступают. Французы наступают, ребята. Луканка, не 815, потому что когда мы начали вводить с единицы, он по какой-то причине не отверг первую единицу. Из-за этого я стал думать, что начинается все с 18, потому что он соглашался с 18, а дальше были проблемы. Вот, оказалось нет, оказывается первая все-таки восьмерка.
Ой, собачник погиб. Ну, зато собака нам досталась. А собака скорбит с яблоком во рту. Очень неудобно, наверное. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, псина. Еще минут 40? Да ты охренел. Куда еще минут 40? Ты че, у меня же крыша едет. Вперед на французов. Собаки у нас нет. Собака осталась там. Она нужна нам вообще? Ну, дырки есть для собаки. Куда она бежит, я не пойму. А, лестница. Тут лестница, оказывается. И вот наша собака. Собака Чубака. Тащи противогаз. Что, боишься, собака? Ну, правильно, я тоже боялся. Вот дырка. Так, вот что у нас тут такое? Вон противогаз, еще один. О, смотри, фляжка. Мы нашли фляжку. Так, как нам за это ухватиться? О, хорош. Давай противогазина. Так, у нас противогаз. Почему на собаке противогаз? Ну ладно, сейчас собака с противогазом сгоняет нам за противогазом. Нормально. Логичнее было бы самому надеть и сгонять за всем, чем нужно. Но, видимо, так проще. Собака, неси второй. Я не знаю, как она возьмет, будучи уже в противогазе. Так, ну мы с тобой молодцы. Полезли наверх. Луканка нашла почти яблоко. 100 пудов это колбаса. Что, мы нашли каску случайно? Ладно, делать-то чего? Каковы дальнейшие инструкции? Все, походила. Что, снова воевать? Я же уже повоевал. Погоди, я вернулся за яблоком. Воевать, да? Ладно. В
Может, я не все лестницы там изучил? А, вот здесь можно пройти. Я уже ничего не вижу. Что-то я уже хочу есть, надо пойти котлет навернуть, жалко, у меня их нет. В то время, когда Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами у Вими. Видели? Апреля 1917 года. В небе над Вими Джордж, британский летчик, выполнял для артиллерии разведку германских позиций. В тот день возглавили атаку канадцы. Канадцы участвовали в Первой мировой войне? Да ладно. Нажимайся. Откуда они там жарят нас? Вообще непонятно. Что тебе надо? А, вот. Это прицел. Одна на пятнашке. Вторая. Вторая на 65. Окей, я понял. Как это мимо? А, пардон, пардон, что-то я протупил, не с той стороны стрелял, да, конечно, мимо. Снова мимо? Что за фигня? 15, точно, в этот раз 15. 10.
Да, я уже плавлюсь немножко. Ничего, ничего. Горят конец близок. Нам нужен палец. Ага, еще одна пушка. Бежим, братья, бежим, бежим, бежим. Фак, пулеметы. За большая бомбища. Смотрите, какая бомба. Это камикадзе. Так. Теперь такие штуки. И чё? Лестница? Лестница. Давай, 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 давай. Крути педали вниз. Чё ты смотришь-то? Так, Биг Берта. У нас нет шестеренки, да? Чё надо? Давай за руль возьмем, нет? Надо поднять пушку. Как же нам поднять пушку? Как можно жрать хлеб, а не как пенопласт? Полностью согласен, есть нужно колбасу. Так, и чё, мы запустили механизм навода пушки? Какие мы молодцы, однако. Ахтунг, что-то со стола стырили. Какие-то монеты. Канадские монеты. Бери патрон, пойдем стрелять. И чё, куда стрелять-то? Хватит про еду, ребята, умоляю. Умоляю, хватит про еду. Ой, неловко вышло. Мне кажется, если в реальной жизни от бомбы можно было бы вот так уворачиваться, ну, в смысле, видеть их заранее, то... Потери в войнах были бы значительно меньше. Наверное, стоит отойти, да?
Эй, стой, 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 ну хватит, хватит. А, это вражеский солдат, я что-то перепутал. Перепутал с дружественным. Кажется, мы не попадаем. Как нам это поправить? Как же нам попасть? Ну-ка еще раз. Да я вижу пулемет, я вижу. Ага. Да, вот такой, я заценил твой стратегический запас. Впечатляет. Впечатляет. Я вижу, ты готовишься к Первой мировой войне. На! Ландшафтная модель. Все, все, нормуль. После множества неудач, ценой огромных жертв, канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым днем. Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой. Ох, младший брат Фредди. Хорош. Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. Газ, газ на ферме, что-то не очень, да? Плохая примета, по-моему, когда газ на ферме. Наверху у нас. Веди псина. Где все наши? Почему тут все в газу? Ну, вылезай.
Боже, даже на ферме все, все в этих приспособлениях. Какая-то жопа. О, лестница, я вижу лестницу. Как нам ее получить? Продуктовая карточка. Так, чем бы нам шевернуть? Собакой, как обычно. Чем еще шпряться-то? Так. Меня беспокоит то, что не врубается, от чего этот рычаг. Может, собака может его нажать? Да, видимо, может. Нажимай, собака, рычаг, давай. А, тут лестница. И что за фигня? А, мы поднимаемся. Ничего себе. Ну, лестницу можно спустить, толку-то. Спускай лестницу. Может, собаку за кружкой послать? Давай, собака, давай. Тупая собака. Где там осталась? Да какой рычаг? Иди сюда, псина. Боже, как с ней все сложно, а? С этой псиной. Пришел домой, ничего не понятно, все в газу, все в дыму. Пойдем, псина, пойдем. Сейчас кружку. Да иди сюда. Пак. Кажется, без собаки на наверх не подняться, да? Ну все, я же дома. Мы разбили окно, чудес, конечно. И мы хотя бы прогнали газ. Вон есть дырка для собаки. Как нам собаку сюда получить? Самое главное, нафига нам кружка? Как она нам поможет? Иди сюда, псина. Псина, иди сюда. В
давай, 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 наверх, давай. Где ты там потерялась? Хотя нет, ты, наверное, нам сейчас не нужна. Так. Собак, ты можешь ко мне сюда залезть? Не можешь. Как толкать? Она не толкается. Она же тяжелая. Как ее толкать? Она не берется. Я уже пробовал ее толкать. Вот смотрите, она не толкается. Или, в смысле, не тянется, но толкается? Тянуть мы не можем, но толкать можем, думаете? Ну, блядь, снова эту хуйню поднимать. Телегу на место. А как ты навернуть, если телега-то наверху? Если я пущу телегу, я не смогу попасть в эту сторону. Или смогу? А, я быстро пробегу. Я быстро пробегу и смогу потолкать. Блять, тянуть мы не можем, а толкать мы ее можем. И с этой стороны тянуть мы ее можем. Ну охренеть. Так, отлично. Наши усилия увенчались успехом, не пропали даром. Мы получили кружку. С этой кружкой мы сейчас... Сейчас мы с этой кружкой. Кружка нам поможет в... Поможет нам кружка. Нихуя себе кружка. Кружка-то непростая. Что-то непонятненько. А почему бомбят и травят газом мирных жителей? Непонятненько. Причем французы, судя по всему,
Сами бомбят свою территорию. О, как мне эти миссии в Газе не нравятся. Чего? Чего? А ну полезай в корзину, Чубака. Так, где ты там? Сына. Я заблудился. Где я? Кто я? Здесь мы брали корзину, да? Здесь ничего интересного. Здесь тоже ничего интересного. Так, ну вот. Сам я в корзину не могу сесть, интересно. Я бы с удовольствием запустил в тебя кирпичом, собака. Так, в окно мы тут ничего не кинем. Для чего нам это надо? А, мне кажется, я знаю. Мы с тобой добыли масляные лампы. Ну теперь-то заживем, собака. Без масляных ламп нам тут вообще никак было не пройти. Куда ты прыгнула? Где ты? Мы потеряли собаку. Так, какой-то рычаг. Жми рычаг, Чубака. Чего? Мы нашли кофейные бобы. В хозяйстве вещь полезная, безусловно. Безусловно, с кофейными бобами мы сможем спасти свою жену и сына. А, я понял. Давай обратно, кружку нажимай. Давай, псина, сейчас я поднимусь к себе.
Сос. Конечно, сос. Окопались, как Форт Боярды. Конечно, вас не спаси. Черт, кажется, мы прошли. Дорогая, почему ты вся... Почему ты вся в газе и в огне? Так, что здесь есть полезного? Да, глядеться. Кажется, ничего, да? Да, ничего здесь нет. Часто ли будут такие неформаты? Не знаю, вряд ли очень часто. Все, конец игры. Все умерли? Я так старался, они все умерли? Нет, у меня еще требуется какое-то управление. Не требуется. А где же наша медсестра с уколами? Так, что-то я не понял. А, здесь еще игра продолжается. That's not a big one. Я думал, это уже мультики, а мы еще играем. Мы еще спасаемся из газа. Пойдем, Мари, пойдем. Какая грустная игра, ребята. Да вам кажется, что нужно бежать, я думал мультики. 16 апреля 1917 года. Эмиль был еще слаб, но генералу нужен был каждый солдат для крупного наступления. Это была очередная битва, решавшая исход войны. Чем это, троих убить лопатой, что ли? Ну, ладно, я понял, троих убить лопатой. Нет? Собрать троих солдат? Что надо-то? Пойдем воевать. Воевать идем. Go. Так,
Так, Рел, я привел рейд. Пойдем, пойдем воевать. А что он остался сзади? Мы без вожака идем воевать? Стремно. Есть у нас проблема. Вот так вот отвлекаться на чат, ребята. Давай, 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 поднимем. Так, теперь берем письмо. Письмо русского солдата. Ой, я хотел посчитать. Письмо русского солдата. Блин, мы его потеряли. Мы сегодня взяли много водки. И натравили на врагов медведя. Дима, кусок. Да, блядь. Все, ну, пофиг на чат. Обычно спасаем, бросившего кусачки. Одноразовые. Погоди, картонки нас сразу не спасают обстрела? Это же очень надежный деревянный забор. Ран, Форест, ран, ран. Ой. Сховаться-то. Блин,
Да блин, ну что за дерьмо-то? Куда это мы прикопались? Ага, вот. Вот туда. Собака главный герой, но собака осталась там с мертвым хозяином. Да блин! Нам что, за кучей трупов что ли прятаться? Куча трупов нас спасает обстрел, ну-ка позырим. Спасает. Ура, куча трупов. Смотри, очкарика тоже воюет. Вот, видите? Ой. Ой. Нашли солдатское кольцо. По-моему, сейчас он тут взорвется случайно. Ну мы отошли, отошли, давай. Я так и знал. Да, ёпта. Эмиль напоминает Брюса Уиллиса, у него такая майка, алкоголичка.
у настоящего Брюса Уиллиса. Ага, тут новые мины появляются. Давай, пока нас не закидало, давай. Ой, кажется, мы тут докопались. Чё, как нам здесь быть? Да похер, поехали. Так, сверху мы не можем, да? Ладно. Он на верхний скосок так плохо копает, у него угол не 45 градусов, а градусов 30. Из-за этого... проблемы все время, когда копаешь наверх. Вниз он копает отлично. Поэтому, когда копаешь вниз, нужно дважды подумать. Фак. Нихера себе, сложное место, между прочим. Между прочим, ребята, сложное место. Ёб твою мать! Нам было за два дня эту игру проходить. Для одного дня, конечно, жестковато. Так. Так. Я смотрю, остались самые стойкие, да? Снова пулеметы. Да что ж такое-то? Труповозка едет, нет? Едет. А почему не умер... А, вот умер солдат, который толкал. Как раз хотел спросить, почему он жив. Ну, давай с горочки сама уже поедешь. Ну что, мы поедем в этой машине, нет? Или мне толкать? Фига. Технологи. А, вот как-то работает. Разве я остановился под пулеметным огнем? Стоять! И это все? Ну что, Эмиль? Бери лопату. Пойдем воевать. Давай, генерал, лопату дадим по башке.
Да, генерал, видимо, не слишком талантливый. Удар был смертельным. Я так понимаю, нас за это накажут? Расстреляют? Наступление обернулось бойней. Захлебнулось в крови. Французские пехотные части охватили мятежи. Операцию пришлось прервать. Эмиль, схваченный с другими мятежниками, теперь ждал трибунала. Собаки, эти лучшие друзья человека, несли службу наравне с солдатами. Доставка писем, спасение раненых, поиск мин. Все задания они выполняли до конца. Эмилю не холодно, потому что он Брюс Уиллис на самом деле. Тепка смочу. А может, с чем-нибудь еще? Мы все еще играем? Ну, сейчас мы... тряпка его. Давай, нашатырём, шприцем ему. Ай, ой, прости, друг. Я просто неопытная медсестра. Что? Нет. Массаж сердца, массаж простаты. Упс. Надо вести его, вести в госпиталь. Специальная целебная фляжка, которой нет передвижных пунктов. Фак. Из-за лагов очень удобно, между прочим. Очень удобно лечить из-за лагов. Ай! Да ну, все выжили, что за фигня? Сейчас еще Эмиль выживет, ну здрасте. Негр выживет, все выживут. Собака выживет. Кто умер-то? Еще лечим. Нужен сундук медицинский. Что надо? Чего? Что надо?
Пусто. Ничего нет. Я знаю, что лечить надо. Мне сундук нужен. Дайте мне сундук. Что-то нашли. Рентгеновское оборудование. Ну вообще. Мы нашли костыли. Костыли, конечно, хорошо. Боже, куда они все посылают? Вы запарили. А здесь мы что нашли? Шприц. Стеклянный шприц. А, у нас есть шприц, который мы сейчас воткнем Эмилю в нос. Как отсюда выйти? А, вот ты. Вот и где. Что, все еще не то? Шприц. Такая огромная больница, не в кого засадить шприц. А можно шприц им дать? Ой, да уймись ты, я знаю. Так. Так. У меня вопрос. Почему в больнице никто не знает, где находится аптечка? Здесь столько народу. Я уже запутался в этих коридорах и переходах. Больница просто гигантская. При этом пустая. Пустой полевой госпиталь военный. Эмиль помирает. Где аптечка, никто не знает. Что-то новое. В подвале случайно мы нашли аптечку. Ну все, Эмиль, держись. Я же не только врач, ищу Индиана Джонс. Я тут бегаю по палатам, по подвалам и ищу. Чем бы тебя вылечить? Чтобы вспомнить, где ты там лежишь. Как тебя найти? Потому что я уже подзапутался немножко. Ёб твою мать. На тебе уже твою аптечку, не ной. Надоел. Вниз. Тыщ. Тыщ. Мы искали аптечку, чтобы сделать ему массаж сердца. Ой. Эмиль погиб. Я в шоке. Алекантон.
Voilà. Allez, Carla. Allez, Carla. Allez, Carla. Tiens bon, tiens bon. Allez. Allez, Carla. Allez, Carla. Tiens bon, tiens bon. Voilà. Allez, couche. Allez, allez. Allez, Carla. Tiens bon, tiens bon. Allez, ça va aller, allez. Allez, quoi, je. Carla, bon. Allez, Carla. Voilà, tiens. Tiens bon, tiens bon. Ça va aller, allez. Carla, bon. Allez, Carla. Там все Эмиль, там даже тетки все Эмиль. Конечно, ничего не видишь, у тебя глаз нет. У тебя волосы на глазах. Один взгляд сына, и Карл забыл все. Словно не было 3 лет войны и невзгод. Видите, благодаря мне, ребята, добро восторжествовало. Один Эмиль нашел жену и сына, второй Эмиль сидит в тюрьме. Мари наконец получила письмо от отца. Чернокожий Эмиль уехал домой в Африку. Че, еще играть? Расстрел? Ну пойдем, че, я имею. Будильник. Пора. Ну пойдем. Мрачное помещение, не к добру это. Солдаты с винтовками и штыками приложенными. Собака, кстати, тоже Эмиль. Милая Мари, война для меня закончилась. И мне не о чем жалеть. Я видел слишком много. Надеюсь, что тебя судьба пощадит. Наш век на земле недолог, но на мой выпало столько счастья, что можно лишь благодарить небеса за такой подарок, особенно за то чудо, что ты привнесла в мою жизнь. Ну точно, расстреливают. Это последнее письмо. Военный трибунал признал меня виновным в смерти офицера. Хотел его убивать. Война сводит нас с ума.
хотя я и подвел Карла, я знаю, что моя жертва была не напрасной. Я бился за свободу и свою страну. Моя честь незапятнана. Раз уж Бог решил разлучить нас на земле, я буду ждать тебя на небесах. Помолись обо мне. Твой любящий отец. Нифига себе могилок. Хотя их тела давно уже превратились в прах, их жертва все еще не забыта. Мы должны всегда хранить память о них и не забывать. Такая вот, ребята, печальная игра.